Итак, всем здорово, народ. Решил сыграть на Дирге. Будем душить. Будем душить всех зомбарем. Надеюсь, ребятки попадутся в игре более или менее нормальные. ТБшка. ТБшка вот такая вот у нас 9-8К. Так, ну наберу некро. Вот так вот делаем. Делаем чуть-чуть потише звук. Так, что ж. Я возьму только куру. Нужен кор и еще один сап. Так, напишем ребяткам, чтобы было понятно. Дузу нормально будет, я думаю. Дузу и Дазла. Дазл неплохо, я думаю, зашел бы. Дазл неплохо зашел бы. Дазл, думаю, неплохо зашел бы к нам в трипло. Так, ну вот, готово. Так, закупаем. Еще минус клаер. Минус клаер. Bring it on. Опсы не хочет пацан купить. Пацан вообще не хочет опсы купить. Вот этого я сейчас вообще не понял. Ладно. Welcome to our village. Поехали. Поехали. Мидера у нас тут убьют. Я думаю. Да, мидер у нас отлетает. Постою пока крипчиков. Поблочу. Суицидится. Я пока постою. Пофармлю немного. 2 секунды там пока ТП. Того крипа, чтобы не отдавать. Все, иду на низ. Есть у меня вард. Поставим сюда вард, чтобы видеть энеми. Сапог. Мне нужен тоже сапог. 2 крипа добил на центре. Эти денежки пойдут нам на сапог. Сапог зонить его. First blood. Жим им больно по спиняке. По горбинке. Тикает Сидова, пока по горбинке не съехал. И он убежал. Главное линию не запушить. Деда надо убить будет. Печалька. Мы будем зонить. К тавару будем подходить, начну напрягать жестко его дикеем, но вот сейчас буду даже напрягать уже. Товер. Сейчас пойдем. Здорово.
Пойдем сейчас под товер. Даем экспу. Возьму. Ой, боже, я не люблю отвечать в играх, когда кто-то пишет. Хватит мне на дикей. Блин, ну чуть-чуть на дикей не хватило. Это тупо. Чуть-чуть на дикей, вообще чуть-чуть не хватило. Ну хотя бы от кента отзонили, линия сейчас на нас уйдет. Уже как-то проще будет. Будет уже попроще. Тухо вернулся, у него почти транквилы, это плохо. Да, дузы это плохо, потому что когда мы уйдем с линии, он начнет офигевать. Сейчас ману немного восполним и погнали. Третий левел, в принципе, почти как и у нас. Просто звонить пацана надо и все. Чтоб не подходил. Я останусь на экспо. Дазл там не заберет, мы там вдвоем не заберем. Надо было помочь ей добить. Помог. Так, погнали помогать Дазлу. Там бы еще кого-нибудь, чтобы помог. Было бы прекрасно. Буджа убивают там. Не знаю, стоим АФК. Стоим АФК. Кент не умирает, но и не фармит. Дуза у нас фул фри идет. Дуза фул фри. Сейчас надо на топ двигать. Томба, но мне томба нужна. Еще один левел. Купил расходников кучу. Бомба нужна в еще один левел. И на топ бы уйти, там фрифраги. Семьсот хп. Некр с некром-то. Изи. Ротешку долбить. Базил вырубаем. Поехал. Прекрасный подгон, один крипчик. Кентуха пришел. Отойдем. Кату защищает, Кату специально, чтобы мы допушили. Молодец. Эти крипы сейчас умирают, и надо томбу прокачать еще разок. Отлично. Все, я ухожу. Ухожу. О, там у нас принимают кора, надо идти помогать. Это будет минус. Минус один, дурачок. Это хорошо, что сейчас произошло. Полезный фраг один, один крипчик. Нужно сделать арканчик. Пятый левел. Берем томбу еще раз и идем на топ.
что Дазл хочет купить Soul Ring. Но это Дазл саппортить не будет, придется мне, скорее всего, брать... А, не, я ошибся. Он купил вард. Это неплохо. Так, правую тут 5 левел. Меня тут не загнобят, наверное. Сны на топе дерутся. У них получится, я верю. Да, арканы чуть-чуть. Есть аркана. Ладно, пойдем поможем. Уговорили таки. Не успеваю. Не успеваю, жалко, очень жалко, что я не успел. Надо поагрессировать. Поагрессируем немножко. Все достаточно. Блин, ну, не знаю, не хотел я. Хотел доапать томбу уже там. И пойти нормально с мощными силами. С мощной томбой. Завалить там всю эту шушеру. Надо взять стик в обязаловку. Дать арканы. Гоу, вот этого пацана. Отлично. Сейчас томба и го. Ой, если он попадает. Не, стилить не буду. Проблочу немного. Стилить не буду. Мог застилить фри. Но путь, чтоб не ругался, стилить мы не будем. Все же мы на четвертой позиции. Дуза убивает у нас там. Ну, Дуза кого-то забрала. Ломаем товара. Агрессивно надо играть. Зомби — это всегда агрессия. Зомби — это всегда агрессия. На зомби нужно играть агрессивно. Тут ты сделал венга. Эх, жаль, не попал. Я бы мид тавер вышел вообще. Лучше уплотнился. Эх, крип подошел. Ну, попал бы, убил бы ее фри вообще. Не знаю, на низу крипы есть много крипов. Будем ждать выхода на некро. Стоим АФК. Делаем вид, что некор тупо тут фармит. Но единственный косяк — могут отсюда подняться. Так что, наверное, нужно немного сменить позицию. Вот такая позиция для меня будет, в принципе, идеальная, неуязвимая. По сути, меня никто отсюда не увидит. Выйдут на некро, я заюзаю форму, и начнется хороший файт. Для меня хороший. Заберем всех. Фарм. Я тут. Меня, в принципе, тут не видно. Гоу. Пока появляется догон. Тэшку просто. Пойдет. Чего там больше, магического или физического? Магия есть. Блин, не знаю, и физики, и магии много. Давайте сначала тогда вармор немножко. И далее пойдем в худ. Худ of Defiance. Трубка. Трубка. Курильщика. Брон, а что-нибудь нажать можно было? Я не знаю, у меня томба нет. Nice. Есть томба в 4, можно эту игру заканчивать. Томба в 4, это всегда видно. Сейчас крипы подойдут под хилю дазла.
Do the madness, phase in. Дазл тоже молодец. Отлично. Ломаем просто товара. Вот так и надо играть. Агрессивно. Ребята соображают, что мы должны делать и что они должны делать. Пока игра еще не затянулась. Можно так и делать. Все четко, аккуратно. Go. Томбов 4 есть. Но так я нагло не пойду, конечно. Не знаю, может, Дазл должен покупать Варли, по сути. Он четверка. Я должен выфармить что-то полезное. Некроманы мало. Завязаем аркану. Хорошо. Предлагаю. Блин, ну хотел выйти на Слардара, у него армлет уже как-никак, но ничего страшного. Постоим здесь, сейчас завяжется драка, пак скорее всего будет влетать. Да, вот сейчас бы, если пак влетел, то... Понятно, надо завардить. Фул курьер там. Пока там нету врывов на даггерах, все более чем просто у нас. Врывы появятся, будет плохо. Этого пацана далее тут Слардар. О, а ты чё, дурочка, под тэшкой делаешь? Догнать и уничтожить, догнать и уничтожить. Есть Херстопера, умер. Дазлу надо хелпу. Эх, Слардара вытягивает, сжираем, даем хил. Пошли дальше. Венга. Венгу, мне кажется, изи убьем. Так, ну и все в, этот, в эту дырочку. Ладно, все, отстали от нее. Просто надо запушить. Так, хорошо. Хорошо. Вообще неплохо было бы тут собрать барабаны. Я это сейчас понимаю, потому что у нас драки такие. Никого толком не лупят. Мы лупим, так сказать. Венга взяла хейст. Маднес в Венге. Идет Тракса снимать вард. Но промах, промах. Должен еще один быть промах. Хук, отлично. Помогаем Пуджу забрать парня на трахе. И погнали дальше. Так, ну не знаю. Хочется сделать барабаны, но давайте я, наверное, сделаю медальку. Там Слардар таргетно. Буду помогать. Буду помогать таргетно защитить кого-то. Если снимается армор, хотя бы как-то смягчить. Так, ну тут Венга у нас подходит. Поставила вард. Нужно в пятером собираться, я ставлю томбу и поехала. Блин, медалька на базе. Ну, не знаю, такое себе. Бля, куры реюзают. Короче, делаем вот так вот, погнали. Готовьте чаёку. Потом придется прохиливать. Стоунгейс на трахе. Я в этом остановился. Дримкоиле стан отлетел. Ну, найс. Вот просто на томбу все побежали. Тавер можно спокойно бить. Тавер можно спокойно лупить. Просто сносим. Докачиваем дикей. Соло рип в единичку просто. Да боже, опять. Опять, смотрите, опять реюзнули. Найс. Ну, не того захилил я, наверное, нет? Нормально.
Хорошо, но у меня 17 стиков, между прочим, уже очень давно. Я думаю, нужно вот так вот сделать. Сделаем вот так вот. Поставим томбу, как будто третье строение появилось. И все, они ничего не могут сделать. Просто пушим. Слардар пытается выфармить там даггер. Я не пойду дальше. Нету айтемов, чтобы убивать его. Бро, да ты ж в таверне. Не думал, на что он настолько будет нагл. Наглый. Пойдет забирать этот тавер, это жесть. Что настолько он пойдет нагло забирать тавер. Я не знаю, я даже как-то не подумал. Так, ну у меня здесь 3к. Можно идти дальше тавера ломать. Пайпуха у нас 3500. К сожалению, чуть-чуть не хватает. Ну не знаю, тут просто перфект, идеальная команда попалась. В реализации зомбиков просто идеально. Просто файт, 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 файт. Стомба, файт, томба, файт. А чё, можно куру? Можно даже по приколу догона, я думаю, собрать. Просто по приколу. А шо такого? Шо такого? Возьмем смачок маленький и погнали. Иду. Иду. Ставится томба и поехала. Минус лица. Кентуха стоит. Стан прилетает. Идет. Пойдет. Ломаем так до конца сейчас вторую сторону. 20 минуточка. Минуточка. Хорошо. Поехали далее. Сейчас будет уже. О, пацан. Ой, сейчас мне пацана сделают. Я чувствую, сейчас мне пацана сделают. Ну, это конечное. Это конечное. Это конечное. Эх, дазл. Меня подсейвил, у меня там томба почти откатилась. Это конечно. От херстопера умирает. Просто, боже, какой же Некролайт это персонаж. Просто нереальный. Очень сильно по хп всех проседает. Че, пацаны, аркана есть, погнали дальше. Доламываем. Доламываем. Армор крипу вешаем, поехала дальше. Я вообще топ бы сейчас пошел, просто доламывать. Иду просто на топ. Сейчас по топу пойдем тогда вот так вот. Раз у нас кор ушел. Кор ушел, значит пойдем так. Так, ну, Слардара нету даггера, это просто прекрасно. В самой-то деле. Ну, тут вар, по-моему. Вот тут, по-моему. Тут вроде. Пак, даггер, догон. Кента, появился даггер. Вот видите, просто поздние даггера
Но когда у них появится дагера, они смогут уже спокойно сами начинать драку. Считайте. Смотрите, врывы. Раз, два, три врыва. Три сильных врыва. Просто там любой. Даже дуза это не выживала бы. Хотя сейчас уже, мне кажется, ей будет просто плевать. Кого? А нас Дазла встретили. Не знаю, скорее всего, будет сейчас файт неравносильный. Нас тут трое. У Дузы есть стангейс. Да, у Дузы есть стангейс. Айс Рипера. Вот это у нас на голову. Хорош, забирай. Убился в БМ. Хорош. Го, некор, погнали. Немного я неправильно расконтролил. Нужно было подхилить Томбу. Дуза там уже, по-моему, никак не выживала. Не знаю, немного я накосячил, я считаю. Даже не немного. Хотя драка была дурацкая, потому что там нас всего трое было. Не знаю, Дазла приняли. Ломаем просто. Просто ломаем. Так, идет у нас пак. Нужно отойти от толпы, чтобы когда он будет прыгать, чтобы не общими силами, так сказать, продамажился. Не общей массовой уроновой системой. Так, ну... Вот так вот сделаем. Нет. Не получилось. Томба упала. Не знаю, завязался стонгейс у нас тут. Нужно нажимать кнопки. Я хочу догон на стил только. Честно, ребятки. Честно, догон на стил. Ну что там по ассистам? 15 ассистов, думаю, заслужено. Одна смерть, 4 килла. Я думаю, это более чем хорошая игра. Да, изи. Просто зомби, ребят, вот берите на заметку, как играть зомби. Просто беретесь, собираетесь и идете ломать лица. Просто ставится томба. Ставится томба и все. И больше ничего делать абсолютно не надо. Просто выигрывайте игру. Ну вот и все, ребятки. Все простенько.